Алло, чавось, народ, здорово. Так, во-первых, что у нас здесь под расписание наше попадает? А, да, у нас тут и подземелье. Ну, пока есть здесь чего проходить. Потом придется в АФК рейтинг уходить и ждать, пока у меня хоть понакопится что-то бы. Наверное, так, 55-й. Так, а ты у меня ничего не дашь? Получи. А, ладно. Земля в иллюминаторе. Ты у нас только можно сбросить, кстати. А, 47 часов, 2 дня. Нет, сбрасывать не буду, я лучше попробую накопить на призыв. Экспедиция, как всегда, почта-то у меня есть. Так, почта. Награда за хрустальную арену. Так, ну спасибо, конечно, вы мне лучше скажите... Да господи, помилуй, у меня эта экспедиция гребаная, она хоть что-то мне приносит. Экспедиция закончится через час 57. Ах ты твою налево, тут надо выставлять войска. Я что-то и не думал по поводу этого и не знал. Что ж мне никто гады не подсказали-то, а? Так, давай тебя сюда. Нет, вас вот так вот тогда. Ой, что-то я не то делаю. Правильно, тебя сюда. Так, тебя подругу убрать. Вот эту, прокозябленную, эту красавицу. И эту сюда. Так, все. И питомец. Невозможно сменить героев после сохранения построения. Нахрена мне их менять? Вот что такое экспедиция. Твою ж налево. Так, лады. Так, у нас тут, ну они относительно вроде как слабенькие, ну хрен его знает. Давай попробуем. Выбор как будто у меня есть. Непонятно, кто слабый, кто сильный. Я-то думаю, что с этой экспедицией делать? Понятно все. Ну, лошара, подумаешь. Один раунд, все, ну спасибо, хоть не три. Случайно выбрать героя устанавливает 25 хп. Круто. Мне тут это никому не надо. Так. Начать. Я попробую разобраться. Так, это, надеюсь, мне не оплачивать надо. Так, это у нас дает неплохо. Не пойми чего. Что это такое вообще? Знак экспедиции для покупки. А я-то думаю, как эти бабки зарабатывать? Все, вопрос отвалился. Ой, только не надо, народ, это комментировать, прошу вас. Дебил, дебил, ну подумаешь, бывает. Кто-то мог догадаться, что там надо в экспедицию именно залазить. Экспедиция. Что, он экспедитор такой? Да ладно, это неинтересно. Ну, в принципе, хотя бы победа. Ура! Так, случайно выбрать, восстанавливаю 25 хп. Я с вас тусею просто. Так. Это мне что, купить предлагает? А, да, это мне предлагает купить, кстати говоря. Почему мне купить? Да. Что у нас тут? Свиток обычного призыва. Свиток обычного призыва 600-600. Но у меня бабок пока хватает. Но, правда, боюсь, у меня скоро так и... Блин. А вот делится алмазов, конечно. Легендарного призыва. Так, вот насчет легендарного призыва. Мне хоть и интересно кое-что. Дай-ка я посмотрю этот призыв легендарный. Что-то не понял юмора. Легендарный призыв. А,
высший призыв 10 раз. Давай-ка организуем себе высший призыв, во-первых. Да, все, закончили. Привет, девочки. Конфеточки. Так, ну, обычный призыв, давай десяточку. Что-то накопилось, блин. А вот насчет легендарного призыва. За 700 вообще стоит призывать? Воин. Призвать. Ну, чем они легендарные такие, а? Ну, даже не знаю. Так, во-первых, черный рынок. Ну, это обычный призыв, это я помню. Нам нет покупать. О, ну можно 2 кубика купить. Берем. Так, вот у нас есть свиток легендарного призыва. Во-первых, с нехреновой скидкой. На кой черт тогда этот козел мне предлагал за столько купить? Я пока подожду. Может, что-нибудь получится, тут появится. Что нет? Будем немножечко поднакапливать. Так, святыни. Во-первых, события давай посмотрим. Вообще-то это я хотел, кажется, ежедневки выполнить. Никто не помнит это. А я вот что-то, кажется, припоминаю такое. Так, можно купить вот такую хренотень. Можно за 2000 купить такую хренотень. 5 свитков легендарного призыва. Уху-уху. Сколько у меня там? 아, бездонный делец. Пакет призыва. Это все не то, что мне надобно. Это у нас нам надо идти там горцевать. Элемент. Ну, по элементу мы можем вторую одолеть. Можем попробовать здесь, кстати, пройти, вести бой. Здесь отправить питомца-питомец. А, так здесь нет питомца даже у меня. Это забавно. Я на третьем здесь посыплюсь, насколько я понял, да? Ну, эти руны тоже подберем. Все-таки, наверное, полезны. Ну да, здесь понятная победа сделала. На третьем этапе я уже победу не сделаю. Так, обмен героев. Обожаю, ребята, вас. Вот только менять я никого не собираюсь. Но тут можно купить. Если было бы что купить. Например, разложить уровня D. Чё? Да это так много. Да пошли вы. Я лучше их потом скрещу. Да руны тоже можно будет подделать. Тоже мне, блин. Ну хотя я, может, что-то пока не понимаю. Тут не поспоришь. Так. Так, гильдия. Пока с боссом рано сражаться. В принципе, я здесь один. Мне хорошо. Так, заканчивается через отправить. Кажется, не знаю, что там мы займем. В принципе, пофиг там. Территория. Раз, два. Хватит молиться. Пещеру можно потом заглянуть, посмотреть, что да как. А, мне нужна таверна. Собрать все тут, конечно, нету, да? Кстати, может покупать этих заданий дополнительных? Здесь таверн, это уровень, блин, есть вообще? Я вот что-то, правда, этого не вижу. Поэтому и не брал. Это надо у других брать задания и штамповать. Так, таверна. Вот хрен поймешь, к какому уровню она здесь идет. Свиток задач. Таверня. Очень мило. О, привет. Так.
Не, ну тут мне уже ДПС нужен, как ни крути. Так, тут 100 надо, здесь надо 120. Качаем здесь. Надо прокачивать, короче, ДПС, потому что здесь по ДПСу я очень сильно отстаю от всего, что только может быть, наверное. Разложить 5 снаряжений, ой. Я бы сказал, куда вам пойти с этим раскладыванием снаряжений. Давай 10 разложим, что ли. Вообще-то планировал все разложить, ну да ладно. Не будем усугублять ситуевину. Так, через сколько? Через 2 часа. Ну, надо не забыть зайти. Так, выполнить тираж. Земле обетовенной. Давай 10 раз. Высший призыв. Да ладно. Так, собрать. Выполнить хрустальную. Твою дивизию, ненавижу эти арены. Ну, хотя здесь арену вроде по-быстрому можно делать, да? Так, 89, здесь у нас... Так, я вот не понял, а чё так народу-то много? Да, народ-то на совесть. Странно как-то это все. Очень странно, слушай, у меня сейчас мозг начинает взрываться постепенно. Ну вот еще одну можем. А, ну тут надо прикупить, конечно же. Да. Кстати, по поводу этих билетов на арену, вроде их покупать можно. Надо будет посмотреть и прикупить на запас. Чтобы алмазы не тратить. Так. Ну, оборона у меня стоит по стандарту. Здесь особенно париться не надо. Собрать на карте святыни Че? Блин, я про эту хрень постоянно забываю. Так, мы поднять хоть что-то можем? Да. Еще раз можем. Ну, можем, только вот денег нет. Да господи, что же у вас ценники-то такие дикие одинаковые? Ну ладно. Улучшается 9. А, емкость общая 90. А, ну норм. А, тут надо собирать их. Святыни, блин. Так, 4, 6. Кстати, еще раз давай десяточку сделаем. Почему нет? Земля обетованная. Ля-ля-ля-ля-ля-ля. Че ты мне там еще придолбенишь? В принципе, неплохо. Ну вот деньги здесь, конечно, уже смешные идут. Если честно. Вот тут лямчик хотя бы пришел. Ну, можно, конечно, улучшить сейчас нашу кристальную хренотень. А толку мне улучшать эту кристальную хренотень, а? Святыня. Ну, лучше мы, говорю, это бестолку просто все. Пошли в экспедицию нафиг. Хотя стоп. Рюкзак. Я же вспомнил, что мне денежек постоянно не хватало. Так, это раз. А во-вторых, призывы. Это что еще за... можно получить за участие, что мы пользуемся для обмена предметов. Я вот в магазине арены. Я не помню, что вообще что-то тут было нормальное. Я даже магазин не помню, что тут был. Прекрасно. Магазин-то здесь есть, кстати. Ну, у меня 8000. Мы можем фрагментики героев покупать. Либо призывы, да? Высшие.
почему бы и нет. Нравится. Значит, в магазине арене есть смысл что-то запенюривать. Ну, есть легендарный, правда, там с легендарного только А-классы падают. Пси-классы как-то, блин, редко, мягко сказать. И идем опять на круг призыва. Сегодня день такой призывательный будет. Призывной пункт прям в армию. Так, ну, это и так понятно. Так, ну обычный призыв делать я не хочу, можно этих призывов сделать. Желательных. Раз, два, три, четыре. Желательный, доброжелательный призыв. Раз, два, три, четыре, пять. О, привет. Шесть, семь. Значит, все-таки бывает, выпадает нормальное что-то. Ну, спасибо. Так, раз, два. Хватит. В принципе, я думаю. Сейл! И что у нас тут за сейл? Пакет новичка, пакет призыва. Тут пока ничего не понятно. Так. Так, это у нас вообще... Ну это да, все донат. Так, ладно. Обелиск, что такое? Обелиск компании, обелиск компании. А, ну это я прохожу компанию, все понял. Обелиск без знаний. Хрен его поймешь. Эту золотую рыбку так просто не распотрошишь. Давай-ка по героям пройдемся. У нас довольно много новых героев, если кто не обратил внимания, но не тех, которых надо. И те, которые нуны. Вот его, к примеру, можно усилить неплохо. Но я этого делать не буду, потому что он мне нахрен не нужен. Одна проблема. Но вот обменять бы его на кого-то, я с удовольствием только. Так, у нас есть вот такой вот дядька. И мне непонятно, с какого дядьки он происходит. И я тогда предположил по классу А, раз он дерево у нас, то он скорее всего... Ой-ой-ой. У нас дерево-то есть нормальное? Вот. Леголас типа был, да? Так, это вообще, блин, жрец. Нет, жрец мне точно явно, блин, не нужен. А вот древень, это интересно уже. Ладно, такого отправим одного. Да, подтвердить. Был бы стал аура. Да пофиг там. Этого класса Б довольно много, как и класса С и Д. Уже накопилось, надо от них потихонечку избавляться. Так, ну чё, вот эту хренотень будем поднимать? Правда, носорог с топором, ну, довольно любопытная хренотень. Реально.
Нет. Не-не-не-не-не-не-не. Это страшилище даже трогать не хочу. Ну его нафиг. Я тут лучше так сделаю. Да-да-да-да-да. Убирайся отсюда. Так, теперь классы С у нас пошли. Ну, во-первых, вот такой дядька есть. И мы этого дядьку меняем вот на таких. И в кого ты там превратился? В такого же дядьку. Какая прелесть. Я что-то думал, будто бы немножко пооптимальнее. Ну ладно. Так, древний жрец. Мы тебя трогать не можем, понял. И всех мы не можем трогать? Нет. Один должен быть точно свободен. Нет, у нас, походу, их трое даже таких. Вот дерьмо. Ну, значит, всех забираем на тот свет. Так, и остаются либо носороги, либо вот такая вот каменная глыбатина. О, приятный големчик. Вот ты как выглядел в молодости. Жалко, они не меняются модельками. Было бы нам, но прикольнее. Так, здесь у нас класс С. Еще остаются... Ну, некоторые долбодятлики. Давай от них тоже избавимся. То место занимают, зараза. Подтвердить. Да, очень увлекательное такое видео сейчас получится. Разбираемся с хламом. Ну, в принципе, это довольно-таки интересная часть игры, с моей точки зрения. Так, о! Ты у нас ассасин-ассасин, да? А еще одного нет, древнего трогать не буду, но древнему и не сможем же улучшить, да? Ну тут вообще герои хаоса у нас, что ли? Погоди-ка, вы вообще ящерка, ты чей герой? Блин, вижу, что ты командир, блин, ящур. Ну ладно, пока трогать тебя не будем, попробуем как-то на дерево, что ли, пройтись. Вот здесь мы тоже не... А, можем? Вот это вот любопытно. Так, хорошо, древние до класса А довели. Я бы все двух таких големовца спереди поставил, древний фиг с ним. Как бы они там ни назывались. Это очень даже любопытно. Но правда он жрец. И это мне не очень нравится. Ну, ладно, вот. Здесь такие страшненькие. Вот такие есть страшные. А нет, этот. Ну, насчет этого не знаю, насчет зубастикова. А, нет, не зубастика, вот этих можно взять. Угу. Правда, как нам достигнуть класса С героев, которые мне нужны? Потому что некоторые, насколько я понял, не преобразуются в нормальные классы. Ну вот, класс Б, к примеру. Вот чтобы преобразовать мне этого долбодетла, это вообще у нас друид получается. Можем взять две ящерицы. От этого мужика, вот этого. Ангелоидов тоже бы желательно не трогать. Тоже мне, блин, дриады. А вот класс Б, который я тоже трогать не хочу, особенно это класс ангела. То есть дерево и ангелы я трогать не хочу. А, это долбаные лучницы, все, понял. Ну вот, мы подняли до класса ее. А теперь. Вот, класс А у нас, да? У нас есть таких трое. Окей,
Или нам надо использовать те, которые не нужны, страшные. Аж до ужаса страшные, если честно. О, господи. Так, и до кого ты там превратишься? Класс С, хрен пойми, какого следопыта. Класс. Так, а мы сейчас носорога-то не сможем переделать, да? Ну, класса А у нас много. Вот, конечно, с этим классом надо А поработать. То есть надо каких-то определенных героев заводить, чтобы они хотя бы нам давали какой-то тупо профит. Пока героев, конечно, еще не притык. Можем вот с этим еще поработать, дядькой. Вот самых страшных уберем. Кого я вообще тут не хочу видеть. Ну, насчет древней я пока оставлю. Вот этот дядька тоже бедный, одинокий. Ну, вот это вот с запором, блин, а вот дядька с усами. Можно рогатых, конечно, поликвидировать. Класс C. Еще один у нас появился. Круто. Но толку от этого, блин, абсолютный минимум пока что. И вот что хреново, я не могу определить. То есть, это древень какого он класса. Оригинального или нет. Скорее всего, блин, я боюсь, он оригинального класса. И хрен тут что поделаешь. Пошли в экспедицию дальше путешествовать. Кочебрыжимся здесь. Так. Ну ладно. А вообще-то я нажал вести бой. Или мне показалось? Вообще-то обещали давать кое-что получше. Начнем с этого. В итоге дали кое-что похуже. Нет, кубики мне не нужны. 10 свитков за 2000. О, неплохая идея. Интересно, они какие-то слабые, больно. Так, здесь у нас что? Да, нафиг надо. Так, здесь у нас... А, ну ладно. 50-й уровень, все-таки давай. Правда то, что... Ух, ёлы-палы. Давай-ка посмотрим, что из этого получится. Что-то аж интересно стало. Такое количество девчонок я еще тут не видел таких. Они еще и воскрешаются, кто не помнит. И меня это очень интригует. А, с половиной хп только. Пипец, да? А прикинь, если их всю броню одеть, всех. Вообще, армия хрен одолеешь. Они еще и подхиливают себя. Они слабые просто. По сравнению со мной. Так-то вот прикинь, повоюй с ними. Вот это мы восстанавливай. Да и тут босс еще есть, ну елы-палы. О, тут сундучок у нас еще будет. О, привет, паучок. Как дела? Ты один? Или с друзьями? А, его просто одолеем. Так, выбери сложность вызова. Но, к сожалению, пока легко. А что я еще могу сказать? Мне пока сказать нечего больше.
Есть и бой. Тут уже сотые уровни. Это уже будет покруче. Да легкий уровень, народ. Я хотел бы по-обычному выбрать, конечно. Легендарку. Я сейчас юмора не помню, так кто их так восстановил? А, они саморегенерирующиеся. Кто их так хилит-то, ёлы-пала. Да, лихая тут команда, я тебе скажу. Ни хрена себе. Да, нет, ну думать, нас справимся, но вообще-то с трудом. Это уже чувствуется, мягко сказать, тяжесть. Вот, блин. Ну это я хотя бы уровни послабже. Наверное. Дальше поехали. Тут три этажа надо пройти, в принципе. Так, все герои уничтожены. Сопротивление электричества. Ну, блин, такое себе. Ну, нет. Сколько у меня этих медалей? 265. Так, выбрать героя, физика, урон фракции, туманно. Да, тут такой выбор, блин, богатый, что я ж охренею. Какой к черту фракции туманно? Никто не объяснит. Так, все герои, сопротивление льду на 30%. Начать. Чё ты мне там предложишь? Повоевать с кем-то, ну класс. Нет, это я покупать не хочу. Все герои повышают сопротивление. Да, вот это электричество возьмем сопротивление. Потому что током меня здесь бьют довольно часто. Давай посмотрим, что эти ребята из себя представляют. Это вообще чисто жрецы, как бы написано. Чего? У меня чего, один герой остался? А чего? Это бесчеловечно. А, было весело. Познавательно немножко, могу сказать. Так, купили. Купили. Все. Свободны все. Ну, поучаствовали в экспедиции. Всем удачи. Всем пока. Ну, в принципе, давай попробуем что-то по призыву можно еще вроде сделать. А хотя нет. Уже не получится. В принципе, экспедиция здесь через час 21 минуту отваливается. Цифры не вижу. Ну да, час 21. 24 точнее. Хз, буду ли участвовать. Но для начала нам нужно будет забренькаться по миссиям, насколько можем, потом бездну, потом. Туда, в общем, короче, есть чем позаниматься еще.